спеши, повиси пятки, чтобы касались этого. Она тогда лучше расслабляется. Так, тело у меня 260, да? Выше. А это 300. О, по-моему, явно высоко. Чего не понимаю этот? Ну, явно высоко. Сейчас опустим ниже. Наверное. Как бы не на две. Странно. Странно это, странно. Туда? На дно опускаем, да? Да, на дно. Вот так, да? Ну да. На две, на две, на две. А ну-ка попробуем. Так она перекошена или нет? Не, сейчас ровно. Мне кажется, еще на одну надо будет. Ну как? Да нет, нормально. Ложись так, у тебя задница далеко. Да, задница чуть-чуть туда вперед подай. Вот туда, да. Дальше, чтобы все подобнее, как ты чувствуешь. Хорошо, да. Хорошо, да. Да. Четко. Ну это сколько? 160? Да. Так. Аж взлетело. Ну да, как бы. Сколько? Силище, да. 180 будет, да. Поставить 200 все равно. Ну ты смотри сам, как ты чувствуешь. Ну, чувствуешь? Чувствую. Ну давай тогда. Вот эти вот поставим как раз будет 200. Ну что, закончилось 260. Как будет так она? 200. Это в основном по самочувствию, я так понимаю. Да, что... Если самочувствие есть, можно легко переть, а если нету, то... То лучше не переть. Да. Ну тут темп, конечно, набрал в конце вообще прям. Да думаю, быстрее же тут, раз никого нету, я раз сразу делаю, да. Смазано хорошо идет, да? Ага. Ну, 240. Давай. Ну, 260. Пока так хорошо идет. Да. Это смотри. Ты же походи, не чисти. Ну, не чисти. Просто ешь так. Отвяжись, плохая жизнь. Прижись, хорошая. Да. Отвяжись, плохая жизнь. Прижись, хорошая. Ну, понятно, так потеть. Такие энергии выплескать и напротив становиться так, нельзя. Смотри. С ставлю это твое. Ага. С. С этой С. И вот с этой С. СС. Такой С. СС. Ирина, а что означало СС? Знаешь? В Германии когда во время... Что там, социал? Или совсем другое? Войска СС, что это значило? Ну, я толком не знаю. Знаешь, что точно это? Означало солдаты социализма. Солдаты социализма, ну так-то. Войска СС. Удобненько расположился, таз должен плотно лежать.
На раз. Фу. 280 ставит. Вот так вот. Не то, что забрал. 300. 260 закончил. Ну уже процесс пошел. Ну сейчас тебе прям легко пошел. Давай-ка. Тут важно объяснить самому себе, а только нам нашим, для чего тебе нужна сила. Для чего тебе нужна сила? Вот когда ты ясно для себя как-то объяснишь, и они поймут, начнут давать. Три человека пытались переходить на питание праной. Алло. И от белых валенок. От белых валенок. Вот, три, значит, у Кривых Сергея, так что-то, вот я сейчас тут тренирую, трое собрались переходить на питание праной, они там что-то готовились, голодали, то есть ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, начали там все это тренироваться, туда-сюда вес начал падать. Короче, вместо перехода истощения пошло, они вышли из всего этого. Вот, а зачем тебе правда питаться? Вот самый главный вопрос, объясни, для чего? Вот, да. И вот когда ты только раз объясняешь, вот это, для чего тебе, и тогда оно как-то это... Если ты хочешь чего-то достичь и через это, тогда да, тогда тебе помогут. А если ты просто так хочешь перейти, потому что еще двое переходят, вот тебе получи истощение. И точно так же сила. Для чего мне прям нужна? Ну, я-то уже объяснил все. Объяснил. Ну, хорошо, ну просто... Я своим сказал. У меня как-то... Бывает. Чтобы возник побочный эффект. А побочный эффект, как этот говорил, здоровье, это побочный эффект. Самодум, он же говорил про здоровье как побочный эффект. Даже ты, главное тут не здоровье в этом вопросе. Это само собой прикладывается потом. Но он тоже не объяснял, для чего это чудеса. Самодума? Да. Нет, ну как раз я говорил, что раскрытие способностей. Творческих. Ой, да ё-моё! Он как взлетает, Сань. Сегодня тебя как это? Ну да. Как с рубья. Скажи, как бы удивить. Ну, хорош. Хорош. Хорош? Хорош, хорош. Не будем рвать. 260 тот раз закончил, сейчас 300. Ну, вообще очень хороший прогресс. Ну да, не надо торопиться. Хороший прогресс. Торопиться не надо. Ну, разминочный такой. Я у Кривых спрашиваю, а это вот, кто там, что там поднимает вообще? Две тонны кто-нибудь поднимал? Говорит, никто, я не знаю, что поднимает. Ну, а вы там как, пытаетесь что-то там такое? Не, говорит, я вот поддерживаю все, то есть, что-то нету таких этих. Ну и какие результаты, что он поддерживает, в каком? Чего? Разминочный не оставил. Энергетику поставил этот. Сам думал сам. Ну, поверь, сколько там? 160 там? Да. 180. Да. Ну, 180. Ну, 180. Это раз будет хорошо. Да. Угу. Вот, а потом... Вот. И опять-таки, вот сама думал, умер, говорит, у всех килограмм по 300 результаты сразу упали. Ого. Крепко. А, и вот, чтобы кто-то что-то, никто ничего. В Америке там один зал открытый, один там этот, его последователь. Вдобавок он тоже, сам говорит, ну, пытается что-то улучшить, толку никакого. Но зато находит там богатей, мультимиллионеров. Понятно. Ну, доходы это тоже важно для тех, кто... Ну, он открыл 20 залов, самодумово. Открыл 20 залов, из которых осталось там... То есть он здесь только в Москве открыл. И остался один. А то, возможно, даже день не его остался и закрыл. А второй раз ему денег не дали. Тебе ничего не надо подлаживать? Я сейчас лягу, по-моему, нет. И вот второй раз... Заговорили, он говорит, ну давайте типа бабки, его кинули. Он не стал останавливать. Он нас смело там все столько, что. Ну-ка. И он ничего не смог противопоставить. Опа! Сегодня у тебя самого пошло. Ну да. И прям хорошо вот так. Ну настрой видно есть. Ты отложись, чтобы оно четко было напротив, чтобы ты как бы плечами разгинался. Чтобы руки как бы ровно были, а ты плечами подавал. Нормально ты здесь все? Да. Ну давай потихоньку сюда же.
О, это красиво пошло. Сейчас вообще идеально. Сейчас лучше. Да я даже не подготавливался, что-то легко. Да, даже бывает так, как-то, когда Как-то легко, так знали. Ум лишняя помеха, понимаешь. На тот раз я далеко был, да. Ну, видишь, значит, ну, вот подвесь, сколько ты считаешь нужным. Здоровый стал. С больной спиной, да? Зарыжен. Кто там делает? Да, ё-моё. Пошел, пошел, пошел. Молодец, давай. Отлично. Легко пошло, Сань. Ну, легко. Аж потянулось он тут. Значит, неравномерно. Значит, неравномерно лег. Ты перед тем, как давить, ты ложишься и сразу, опа, и попер. Не-не, я подравнялся. Прицелься, чтобы оно ровненько было, и только потом. Ну, понял. Ну, посмотри, я говорю, куда я там ложусь, как. Ну-ка, подожди-ка, давай. Гляну. В основном. Ты вот прям, чтобы у тебя это прям на уровне плечи было. Еще поднимать сейчас. Не, ну чтоб я же держу, Сань, чтоб ты поднимал вот так, вот этим движением, чтоб не мышцы, не бицепсом поднимал, а именно плечи. Вот как во, вот так вот, да. Да. Вот как удобненько так, как ты проворачиваешь туда, как бы слегка за голову. Да, да. О, да. Ну да. Вот так вот. Вот сейчас все прям хорошо, Лёв. Не-не-не, я то я подорвану не хочу. Не хочешь, да? Не, нормально. Не. Смотрите, определенная опасность, это когда нога выпрямляется. Ну, да. Выпрямляется вот, все, вот, оно вот у меня выпрямилось, и сразу раз вышел, думаю, ё-моё. Постелить ковер. Может, давай постелим ковер. Можем сделать ниже на одну. Давай, лучше на одну ниже. На одну ниже, пожалуйста. Вот, и как бы сказать, вот это привыкнет. Это 200? Стоит? Это 200. 240, да. Во, теперь и видно, что в тонусе стоишь. Легочка, сегодня тебя прям хорошо идет, Сань. Хорошо. Это 220-240 было, да? Да, ставим 260. Можем 280 поставить. Ну, давай 280. Там я все это сейчас читал, сейчас я еще статьи стал читать. Оказывается, у него там даже без книги. Нашел эту книгу. Там. Его книга, да? Но она так построена, как бы сказать, с рассказа, якобы считается, что самодур, потому что многие вещи там я встречал в видео, в других там. Ну там кое-что такое, чего нету. Как это? Как пушит? Ну что? Потому что если для здоровья, слишком много не надо вроде как. А если что-то дальше, вот, не, для здоровья, это, я понимаю, что нужно понять, как бы... Снизу, правильно. Раз, отлично. О, о. Так, раз, 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 раз. Давай. Привинтился, прикрепился, так, спинку, ну, туда как бы назад, знаешь, как бы назад, так за себя-то, ё, хочешь что-то так. С прогибом метнуть. Да, да. Ого. У нас сколько там? 500 будет? Ну да. 4,5. Отлично. Отлично. Веса 600 кг, если не поставлена энергетика в зале. Самодумом, значит, начинается там травмы. Угу. То есть это. Видите, тяну что-то не то. Давай за себя пошел. Пошел ножками, ножками, ножками. Отлично, отлично. О, хорошо. Постой, постой. Почувствуй, как голову шибануло, да? Не, в лопатки. В лопатки шибануло, хорошо. Те разы в голову, а это в лопатки. В лопатки. Где крылья эти? Вот это, вот это, вот, хорошо. Для себя пока будем снимать. Я вот начинаю там чувствую как-то, я все предохраняюсь там, да. Спина нет нормально, чувствую так, а там в животе начинает расширение, ну, вроде держит, да. Штанга пошла. Ага, что-то там в спине так, это, думаю, ну не будем так. Ну она уже оторвалась.
аж так защелкало везде. Ну вот. Так это что-то? Это 140 килограмм. А я еще думаю, что так у меня щелк-щелк-щелк-щелк, пошло щелкаться. Закрепим. Тоже для меня вообще непреодолимо первое было. Не мог. Думаю, это что-то за фигня какая-то. Да это вообще никогда не болел. Ну там оно тут определяет старую ерунду, все это так. Да запросто может, что старую травму может шевельнуть, расшевелить в обратку. И да, это для места. Это как это, ты похож на Геннадия Петровича, как он тянет. Так 180 получилось или 160? Ты 180 получил. 180? Да. 160. Однако. Прогресс-то есть, и притом явный. Хотя раз в две недели. И как-то, ты знаешь, что характерно незаметно. Но я ловлю дерево сейчас спокойно. Раз у меня, бам, ствол, крона, ветер. И я же такой, знаешь, как просыпаюсь. Ну. А сперва вот первый, второй день для меня это упражнение. Ну, я сказал, очень полезное. Ну, надо. Ну, не с большим весом, вот так вот делаешь. Да, 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 да. И как-то то неудобно было. Сейчас уже, видно, подразвернулось как-то. Может. На место стало. А то первый раз я стал, не попадает как на тот, не на тот позвоночник, неприятно. А сейчас как-то раз. Так, ну что, финишный, Саня? Да. Красиво сделал. Старался.